Доброе утро, мои дорогие. Вот такое вот утро. Ой! Простите. Вышло на солнышко, называется. Ну что, мы встали. Ну, я-то вообще давно встала, 5:30. Мои сейчас Костя с Таней и с Сашей поехали кофе попить. А я делами... Да что ж такое? А я делами занимаюсь. Сейчас вам покажу. Вот такое вот кашпо у меня сохнет. Вот с такими ребрами. Вот. Начала вчера вечером. Все угомонились. Я начала делать сутуар. Вот с этим слоном-то будет. Вот. Тут прям камушки, аметисты, агаты. Вот это даже не знаю, что за камень. Это тоже агаты. Стекло вот такое вот переливается. В общем, все как я люблю. Чтобы все сияло и переливалось. Чтобы было, что рассматривать. Такие вот камни, цепочки. Я думаю, что будет очень красиво. Надеюсь, во всяком случае, на это. Вот сделала лист. Ну, кто смотрел, с Беляуса я привозила. Вот сейчас подсохнет. Я вчера вечером его тут белой краской. Подсохнет, буду красить. Дел навалом. Я еще до конца не разобралась у себя. Но я не могу вот это постоянно. Мне хочется делать, поэтому я плюнула. Уберется, разберется, никуда не денется. У нас и так везде погром. Надо холодильник Витя заберет. Еще мусор не вывезли. Костя уже начал там разгребать. Я не могу. Покоя нет человеку. Еще вот эту крышу будет переделывать. Ну, вот это все уберет. И будет вот этой мягкой черепицей вот тут еще делать. Ну, в общем, там ремонт, тут завал, там погром. Лишь бы только успел за отпуск все сделать. Вон они, эти птички-то, а. По вишне. Так что вот так, вот такие вот дела. Ну, пока с утра вроде ничего нету. Такого. А, у Кости в Мурманске начали валиться люди с коронавирусом. А это опять крах бизнеса, если сейчас все разболеются или карантин сделают. В общем. Ой. Вот у них уже третья волна на работе пошла. Господи, когда это все успокоится? Наверное, никогда. Жалко. Костя говорит, надо, наверное, прививаться. Потому что жалко времени. Болеть, да и все это очень тяжело болеется. И с бизнесом надо, наверное, прививаться. Но если в Ивановской области посты стоят и людей без справок о прививках не пускают, то что уже говорить? Тотальный контроль над народом. Всех на прививки, всем в справки, а иначе никуда и не поедешь, и не проедешь. Вот что плохо.
Ну, с этим, к сожалению, мы ничего поделать не можем. Приходится принимать как должное. Так, ладно, зайки. Хотела сегодня на цыганский рынок съездить. Ну, не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Сидит, чирикает. Птушечка маленькая. Маленькая. Да, вот кажется, что у нее там мозгов-то? А ведь свои проблемы, своя жизнь, заботы свои. Прыг-прыг. Ладно, пойду я делами дальше заниматься. Батюшки, какие люди проснулись. Привет. Привет. Да я видела, что ты приехал. А куда ты ездил? Магазин. Магазин? А чего ты покупал? Хлеба. И тортик ел. Тортик? Да. Ой, как же хорошо тебе живется, парень. Скажи девочкам-то доброе утро. Утро-утро от девочки. Ну, правда, уже не утро, но... Ну, или, как сказать, позднее утро. Вон, видите, все равно. Облака какие-то. Вчера ездили на море. Вот это вот небо серое. Ну, говорят, много народу на пляже. Ну, а что делать? Люди приедут на 2 недели. А тут такая погода. Хочешь, не хочешь. Ультрафиолет-то, загар-то все равно, пусть, ну, не такой жесткий, но есть и через облака. Сейчас доделаю сутуар и это самое. Ну, займусь разборками опять. Ой. Надо хоть немножко отвлекаться от этого. Я говорю, люди творческие и быт – это вещи вообще несовместимые. Вот бы кто приходил бы, убирался бы за меня. Вот честно. А я бы делала и делала, делала и делала. С утра до ночи. Мне это никогда не надоедает. Ну уж такие перевороты, как Костя понаделал, это вообще. Хотя раньше я очень любила ремонты сама делать. И переезжать любила. Вот сейчас, видимо, возраст, наверное, дает о себе знать. Перекурила, пойду. Молодые там сами по себе занимаются. Ну что, мои дорогие, вот такое вот получилось украшение. Здесь камней, я вот даже не знаю, как эти называются. Вот это вот агаты. Разные. Вот какой агат, прям черный с каким-то. Вот. Ну вот это аметисты, это тоже, наверное, агат. Вот агат. В общем, короче говоря, всяких-всяких камушков, стекла. Ой! Вот. Вот. Вот такая вот получилась красота. Сейчас солнышка нет. А представляете, как они на свету
будут все играть и переливаться. Вот. Ну что, жду ваших комментариев. Мне так очень нравится. Я люблю разглядывать. Я не люблю украшения вот из однотипных камней. Да сейчас это и не модно. Сейчас же уже, ну что, время другое. И мода, естественно, другая. Такие вот они так поживей смотрятся, поинтересней. Ну и, понятно, асимметрия. Тут где так, где эдак. Вот так что вот так. И вот эту сейчас вот второй раз покрасила. Плохо что-то укрывается. Вот. Так решила, что я не буду ее в какой-то цвет красить. Оставлю золотую. А вот по выпуклым местам... Сейчас посмотрю, есть ли у меня золотая краска, осталась ли. Пройдусь, да надо цветок пересадить. Быстренько. Видите, у нас такой садовод-огородник. Нравится тебе? Да. Бабушка дергает эту траву. Она быстрее растет. Ну, это земля, потому что это вода-то чистая. Просто там земля. Эмансипация. Парни становятся взрослыми. Заключаем договорные отношения. Костя им деньги платят, да, за работу. Чтобы они не... Но радости на лицах не видно. Это рабским крылом. Достаем. Так, ну что с этим холодильником-то делать? Как его? Надо вытряхнуть с него, да поставить на выход. Тут гадов столько, тут страшно на него дотрагиваться. Там снизу вообще ужасы ужасные живут. Улитки, сюда нужно борца с улитками звать. Профессионального борца. Удальца, быстро. По щебенке они лазить не будут. Мне кажется, им пофигу. Не пофигу. Многие боятся острых. Позачищали тут все. Поехали покупать. Что-то посадить тут. А мне надо будет вот эти кирпичики, которые отвалились. Сейчас Сашу уложу и на цемент их назад, где они отвалились. Тут, правда, ничего не растет. Тут тень. Мы посадим что-нибудь, что будет в тени расти. В общем, мусору только прибавляется. А я тут в степи живу, а мне с Урала Наташа прислала, какой лес. Ой, девчонки, как я скучаю по лесу, по-нормальному. Мне эта степь... Вот нафиг не нужна, честно. Она настолько однообразная, круглый год. Ну, только что, да, простор вроде. Ну, не знаю. А по мне лес, даже такой, как в Мурманске, все равно лес. В общем, красота. Я вам сейчас покажу. Последний день отпуска решила посвятить здоровью.
хожу и думаю, вот на пенсии-то, наверное, хорошо сидеть. Хочешь – гуляй, хочешь – лежи, хочешь – ешь. Нет, ну есть надо поменьше. Вот. Поэтому я за здоровый образ жизни. Сегодня встала рано-рано. Ну и пришла сюда. Никого нет, идет дождь. Мелкий, но очень хорошо пахнет хвоей. Вот, приехали. Вот и батюшки мои. Ильян, классный. А у меня рос несколько лет. Все. Сдох. Год 4 он был. А это что такое? Бордо? Их надо рассаживать. Это шалфей, но декоративный. А-а-а. Его с розами обычно сажают. Типа... Вот она. А это что? Это атака. Стены не поднимает. Ну, а Алеандр выяснил, что его надо убирать. То просто у всех растут, никто не убирает. И холиандров этих тут. И так по дорогам растут. Прям убирать. Ну, не знаю. Просто я его, мне кажется, мелко посадила. С ним надо поплясать. Есть еще дело, парни. Так, а это что такое вот это? Бузина. Господи. Она фиолетовым листом будет. Красивая. Я себе такое хотела в Мурманске. Просто это стоит 200 рублей. А у нас черенок веточку маленький, 15 сантиметров. От 400. Ну, ясно. От. Понятно. От. Так надо купить, да, в чемодан. Ну, я бы купила. Она не прихотливая, не капризная, красиво цветет. Какой-нибудь поменьше, может, размерчиком какой-нибудь. А где может? Ну что? Вот у меня слово паразит. Ну что? Посадила я на цемент отвалившиеся камушки. Ну вот, запомните этот угол. Какой он сейчас и что тут будет. Вот. Посмотрим, что будет. Константин Александрович продолжает погром. Он решил эту крышу разобрать. Не остановить бегущего бизона. Нормальная крыша была. Чего? А Татьяна Александровна у нас вот. Крепостная. Так вот, была крыша. Какие беспокойные люди. Ну, еще не просто так. На века было сделано. Очень много. Ой-ой-ой. Осторожно.
убирать. Никого не слышно? Так. Ну что, вот он лист с Беляуса. Что-то явно я с золотом переборщила. Ну вот такой получился. Я его когда сделала лепешку, просто забыла положить, ну, что-то по размеру, чтобы ровный был. Получился такой какой-то неровный, не круг. Ну, ладно. Вот такая вот красота. Вот у Танюшки тут. Видите уже? Сажает. Камни в дело пошли, а то целая гора навалена. Камни, говорю, в дело пошли, а то гора была навалена. Он подтаскивает камушки. Он уже двигается. Вот она красота-то, видите? Красота красотой, а каждый день по ведру. Стриги и стриги, еще вот тот куст красный надо. А там еще и вон розовые. Ой, погром еврейский, господи. Так, вот эти сейчас отцветут. Так жалко, вы гляньте, какие они огромные. Вот это тоже надо стричь уже. Ну вот. Ну, что это за закат? А завтра вообще обещают град, грозу. Костя с мальчишками уехал в магазин. Поужинали. Что-то захотели вкусненького. Осунулись, а вкусненькое все съели. Ой. Ну что, мои хорошие, пашем, пашем, пашем. Ну, больше всех, конечно, Костя пашет, но все, мы тоже все работаем. Кто что делает. Какой-то автобус остановился. Наверное, с работы кого-нибудь привезли. Или еще откуда. Вот, что хотела сказать-то? А что хотела сказать? Что хотела сказать? Хотела сказать, чтобы у вас все хорошо было. Чтобы вы не расстраивались. Не грустили. Пусть здоровье не барахлит. Ну и хорошего вам вечера. И спокойной ночи. Давайте, мои хорошие. Пусть все будет хорошо. Ой, меня даже прям уже ноги не носят. Сейчас надо пораньше спать лечь. Взять Сашку, что ли, себе под бочок. Ой, с ним так хорошо. Лежится тепленькой такой. Пахнет хорошо так от них. Воробушком. Так он не ляжет. Днем-то я его укладываю. А вечером какой там мама, папа. Только. Он теперь стал говорить только с мамой. Кричит, хочу какать. Я говорю, садись на горшок. Только с мамой. Ой, не могу. Вот. Ну ладно, мои лопуськи, давайте. Давайте. Пусть все будет хорошо. Ну и Бог даст, завтра увидимся. Завтра чего-нибудь еще будет другое.
Я уже так думаю, уже больше половины июня прошло. Я так думаю, что проскочит и все лето не успеешь оглянуться. Вот. Давайте. Пока-пока, мои хорошие. Я вас обнимаю. Давайте.